і схоже на. Лара, у одного из захватчиков была рация. Ты меня слышишь? Четко и ясно. Пока я тут зализываю раны, я могу следить за переговорами захватчиков. Дам знать, если услышу что-то полезное. Надя, расскажи мне о долине греха. Потомки сторонятся этого места вот уже многие столетия. Красные пытались построить там аванпост, но лишь разозлили Волчьеву. Она свела их с ума. Дедушка мне часто о ней рассказывал. Она живет в волшебной избе, которая ходит на курьих ножках. И ты этому веришь? Изба на курьих ногах? Я верю дедушке. Он был в лагере, когда красные забрали бабушку и заставили ее помогать им исследовать руины в долине. Ведьма убила ее. Дед ей этого так и не простил. Ведьма? Прямо... Спокойно. Лара, подожди, я перехватила радиопередачу. Тебе будет интересно. Что? Ответьте! Срочно! Вытащите нас отсюда! Черт! Что это, блин, такое? Оно ходит? Ну как? Что за ху... Тут явно творится что-то неладное. Идти в старый храм не обязательно. Пройди по настилу вдоль утеса. К нему можно спуститься по веревке. Так ты попадешь прямиком в долину. Не будь этого места, этой божественной скульптуры из скалы ветра, мы бы заблудились. Мы все прекрасно помним историю о разведчике, нашедшем это место. Но мало кто из вас знает, насколько близки мы были к гибели. Мы сбились с пути в горах, без пищи, без надежды. Начали сомневаться в самом пророке. Но разведчик заслышал звук и решил, что это знак свыше. Привлеченный музыкой, он в одиночку поднялся на эти утесы и оттуда увидел наше спасение. Эта святыня — напоминание не только о нем и его отваге, но и о твердости нашей веры. Это была какая-то часовня. Пилигримы приходили сюда ей поклониться. Так. По крайней мере, противовес работает. Так уже лучше.
Наверное, я что-то пропустила. Что это за нож? Надо точнее выбрать момент. Есть! Теперь открыть дверь. Говорят, что однажды, услышав этот звук, его невозможно забыть. Отец и мать привели меня сюда, чтобы я созерцал тайну, исходящую из святыни. Когда-нибудь и я приведу сюда своих детей. Говорят, не будь этой музыки гор, наши предки скитались бы по земле до самой смерти. Но горы позвали их домой, так же, как зовут меня». Написано размышления о человеческой воле. Долина греха уже недалеко. Прямо вниз по настилу вдоль утеса. Церемониальное облачение священников. Тут небольшой лагерь. Похоже, дедушке удалось хотя бы до туда добраться. Ты уже почти в долине. Надя, по-моему, я нашла долину греха. Не знаю, баба Яга это или нет, но тут явно что-то не так. Будь осторожна, это ее владение. Надя, внучка, теперь ты уже знаешь, что я ушел в долину убивать ведьму бабу Ягу. Я иду мстить за твою бабушку. В долине появились вооруженные люди на вертолетах. Не знаю, что им нужно, но знаю, что другой возможности у меня не будет. Ты должна знать правду, знать, зачем все это. Твой дед не был мудр. Я очень старался стать хорошим человеком ради твоей бабушки. Но так было не всегда. Я родом с Запада, оттуда, где даже в маленьких деревнях жили тысячи людей. Я был ленивым юношей, хотел легкой жизни, когда вступил в партию. Мечтал работать в удобном кабинете в большом городе. Но меня отправили сюда, на край земли, чтобы я присматривал за мужчинами и женщинами, которые здесь работали, голодали и умирали. Чтобы был частью их наказания. Я знал, что творю зло, но не знал, как бороться, пока не встретил ее. Первый контакт с местным стариком состоялся в 7 утра.
Мы сначала решили, что он участвовал в нападении, но он прошел дальше через ущелье, которого нет на карте. Мы получили разрешение следовать за ним на расстоянии и уже обнаружили руины и еще кое-что многообещающее. Мы стараемся сохранять спокойствие, но похоже, мы напали на золотую жилу. Премия за находку уже, считай, наша. Тут в воздухе витает какая-то пыльца. Цветы. Что ты сказала? Я тебя не понимаю. Что-то не так. Голова кружится. Я... О, нет! Это... Слишком поздно. Нет, я сплю. Это не взаправду. Не бывает. Продолжай. Двигаться. Ладно. Отец? Нет. Не может быть. Нет. Подожди. Постой. Где я? Куда? Куда ведет эта тропа? Иди сюда. Это обман. Это не он. Отец, хватит. О, черт. Нет, надо сматываться. В каждом мифе есть зерно истины. Просто дай мне уйти. Прошу. Нет. Нет, это не... Кто ты? Приди и узнай. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали руины.
Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после начала экспедиции. Он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Тут кто-то был. И недавно. На руинах что-то построить. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется! Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Нужно узнать как. Я уже несколько недель нахожусь в этой долине, вдали от лагеря и моих близких, Ивана и дочери. Мне было поручено найти противоядие, способное справиться со странным эффектом, витающей в воздухе пыльцы. Мне кажется, я разработала подходящую формулу – экстракт семянки этого растения, печень животного, съевшего цветок и переработавшего его токсин. Производная фенотиазина – опасения вызывает лишь последний компонент. В лагере его предостаточно. Там его используют для борьбы с насекомыми. Производная фенотиазина по своему химическому составу схожа с другими известными мне соединениями. Из него может получиться элементарное антипсихотическое средство или яд. Я приму смесь сегодня вечером. Я кое-что нашла. Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. Надя... Поверь мне, Лара. Вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Слов нет, чтобы описать только что увиденное. Я отправилась в долину греха в поисках деда Нади, но едва вынесла оттуда ноги. Я словно увидела сказку, но сквозь разбитое грязное стекло и... Папа. Умом я понимаю, что все это иллюзии, но... Эхо выстрела до сих пор звенит у меня в ушах. Там происходит что-то ужасное. Я не верю, что это волшебство, но это точно что-то необычное. Нужно во всем этом разобраться, но сначала надо найти способ прояснить мысли. Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах. Там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местные олени питаются цветами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другими ингредиентами.
это цветы. Теперь нужны семянки. Лара, у меня тут кое-что интересное. Послушай-ка. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь удрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что за меня охотятся. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся. Тип из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Но это мы скоро узнаем. Иду за ним.
Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться. Но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет.